15 апреля стартовало всероссийское онлайн-голосование, организованное Минстроем России в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», в котором уже третий год принимает участие и столица Карачаево-Черкесии. По результатам предыдущих туров преобразился центральный парк Черкесска, появился уютный новый сквер на проспекте Ленина. Вот-вот начнется реконструкция каскадной лестницы в парке «Зеленый остров». В этом году на всенародное голосование представлены два общественных пространства. Это сквер на улице Красноармейская и Покровский парк. Принять участие в онлайн-опросе может любой житель Черкесска на сайте 09.горсреда.ру. Голосование продлится до 31 мая. Ну а мы пока предлагаем вашему вниманию небольшой видеоролик о том, как изменилась столица Карачаево-Черкесии в прошлом юбилейном для республики году и какими событиями он был отмечен.